Привет, друзья! С вами я, Оля Ермилова, прямо из Нью-Йорка, по-прежнему с охрипшим голосом, но зато на Таймс-сквер. На самом деле это видео ни о чем, наверное, видео-мотивашка. Собственно, просто о том месте, где я сейчас нахожусь. Если вы никогда не были в Нью-Йорке, то вам обязательно нужно это исправить, потому что не зря этот город называют городом контрастов. Совершенно потрясающе, здесь вообще все переплетено. Богатые, бедные, бомжи, которые сидят возле самых дорогих магазинов. Ну, в общем, вообще есть все при всем. Я уже второй раз в Нью-Йорке и думаю, что сделаю это еще неоднократно, потому что здесь круто. В Нью-Йорк нужно приезжать с деньгами, потому что здесь все стоит денег, особенно если переводить это на гривны сегодня, на российские рубли. Каждый раз вы пьете кофе, вы платите за него там $5-6. Собственно, чувствуете себя прекрасно. Поэтому еще один, один момент, который мне очень нравится, это путешествовать, тратить деньги, получать удовольствие, жить в лучших местах, пользоваться всем. Зарабатывайте деньги, они вам понадобятся. Тем более, что здесь есть замечательные магазины, детские, Дисней вот находится. Сейчас попрошу Сергея показать. Покажи Дисней, пожалуйста. Вообще совершенно какой-то необыкновенный. Всем мамам посвящается, девочки богатейте. Я скупила пол магазина и понимаю, что пойду и скуплю еще. Это видео о том, чем я занимаюсь, как я не лечу свой голос, но вообще о том, что жизнь прекрасна. Все, пока. Я пойду погулять дальше, потому что нету настроения сейчас что-нибудь записывать. Хочется гулять, веселиться.